Я был соучредителем и одним из инициаторов первого независимого радио в Казахстане, вообще первой независимой радиостанции. И мы стали дико популярны, потому что мы, во-первых, начали крутить всю, какую попала музыку. А какая попала музыка, это моя музыка, собственно говоря. То есть классик-рок и все такое, крутили абсолютно все. Вот. Тут же появились другие, но мы были первыми. И мы очень много говорили на общественно-политические темы. То есть у нас была хорошая служба новостей. Со временем, несколько лет, мы сделали себе и телеканал постоянный. И это было вот то самое время, когда можно было все. Это было первая половина 90-х.